Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Renault Kangoo 2005 года выпуска. Объем 1,6 литра К4М7. Пробег двигателя составляет 57 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Имеется видеообзор работающего двигателя. Три антифриз. Мотор работает нормально. Engine light не горит. Повышенный оборот. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.